я пришла в ту лабораторию, где вам показывала, как растет картошка. Сейчас она просто вымахала, смотрите, выше моего роста, так сказать. Классная, видно по ее насыщенности. А сейчас покажу вам побольше про лимоны. Как же лимон можно выращивать в гидропонике на подпоре. Идемте. Вот здесь установка, это гидропонная установка на подпоре. Смотрите, этот саженец, который у меня в руках, он был высажен вот в такие установочки, транзит, и выращивается в питательном растворе. И хочу поближе, чтобы мой оператор показал, как они выглядят. Смотрите, какие хорошенькие. Они были посажены недавно совсем. Я вам буду показывать их рост, динамику. Вот, буду здесь расти.